20 июня в России чествовали работников здравоохранения. Накануне этого праздника, 18 июня, в торжественной обстановке актового зала городской поликлиники поздравили сотрудников медицинской сферы Десногорска. Ежедневная борьба за человеческие жизни и круглосуточный самоотверженный труд – вот суть работы врача. Сказать спасибо медработникам и поздравить их с наступающим праздником от лица всех жителей муниципалитета пришли первые лица города. Хочется пожелать две вещи. Первое – здоровья крепкого вам, потому что если оно у вас будет, вы будете в строю и сможете оказывать помощь нам. И второе, что сегодня немаловажно, о чем сказал Алексей Валерьевич, это оптимизма. Потому что если у вас, у врачей, не будет оптимизма, что говорить о нас, простых жителях? Мы тогда, наверное, полностью впадем в панику. Самое главное для человека – это что? Здоровье. Ну мы же такие люди, мы небрежно, наверное, относимся к своему здоровью. А вы вот эти наши ошибки, вы поправляете, даете нам здоровье, ставите на ноги. Поэтому низкий поклон вам за ваш тяжелый труд. Это был сложный год, который потребовал от медработников недюжинной выдержки и терпения. С пониманием и наставлением коллегам обратился главный врач поликлиники Алексей Азаренков. Он отметил, что выстоять перед трудностями, которые часто возникают перед врачами, можно только работая сообща и не забывая о безопасности друг друга. Самое главное – наш с вами кадровый потенциал. Поэтому самая большая ценность у нас – это вы, и медицинские работники, и немедицинские работники, которые работают в нашем учреждении. Поэтому всех вас с праздником, с нашим. Здоровья, удачи, успехов вам и вашим близким. За кропотливый труд и чуткость в работе медработникам вручили благодарственные письма Смоленской областной думы, нагрудные знаки «Золотой крест» ФМБА России и почетные грамоты от администрации Десногорска. Поздравлением присоединилась Валентина Рожкова, председатель комитета солдатских матерей, вместе с юнормейцами и офицером воинской части 3678. В их словах спасибо за грамотную и своевременную помощь матерям, детям и солдатам, а также призыв чтить героизм и мужество медработников. Такая нелегкая ситуация, которая сейчас складывается в стране, только вы способны оказать достойную помощь и поддержку, включая нас. Поэтому спасибо вам за это огромное. Когда бы не обратился в отпуске, когда бы не позвонил, всегда помогут, всегда решат вопрос. Низкий вам материнский поклон за здоровье людям, за здоровье нашего будущего детей. В этот же день прошло награждение медработников, принявших участие в конкурсе «Магия рукоделия вне медицины», который проходил в больнице 16 и 17 июня. Впечатляющие плоды своего хобби представили сотрудники 18 отделений. Первое место занял операционный блок, а приз зрительских симпатий у работы Елены Орловой из рентгенологического отделения. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.